Кто там? Вася. Ну что, родные мои, не ждали меня? Забыли уже, наверное, про своего дядю, про Васю. Я, главносадки, должен последние штаны донашивать, а вы в Краснодаре в шортах плавательных ходите. Ну ты чё припёрся? Ты-то откуда здесь опять? Ты чё? А чё, кто против, что ли? Нет. Ух ты наглый. Нет, такое чувство, как будто у вас места для меня не найдется в квартире. Вам что, жалко? Ну давай, проходи. Ну что, может, сравнение? Да ты красавчик. Да ты красавчик, Вася. Не, ну у вас кровожарка, ё-моё. О, ничего себе. Чё? Смотри, вырос-то как. Помните, как бюштекс ели в Дубае? Бюштекс, шницы с свиной. Помнишь? Как я подъезжал. Что ты в куртке-то такой? А чё, ну снимай давай. А в шлёпках? Слушай, ну куртка козырная. Это посадкинский. Шапку снимай. А чё? А, понял. Шапку в доме снимают. Ну что, Васечка, располагайся. Не, ну у вас что-нибудь поменялось здесь вообще за это время? Да ничего у нас тут поменяется. Если только бюджет в кармане. О, тётя Лен, чё, ещё в Дубай поедем, а? Или в другую карантин, сторону? Карантин. Ладно, давай койку показывай. Где койка моя? Так вот у нас какая теперь койка-то. Слушай, ты заметила, я теперь при тренировочке. У меня как глаза слепануло в садке. Подумал, что челябинский метеорит снова вернулся. Как слепануло, так до сих пор не прошло. Что ты какой-то крутой, в Адидасе. Ну это я на Осадкинский рынок просто вовремя заехал. Такая крутизна. Там ярмарка после 9 мая. У нас же парад проводили в садке, ты видела? Нет. Везде, по всей стране, короче, не проводили, у нас проводили. Молодцы, вы ничего не боитесь. Вас радиация-то там пришибла, похоже. Вас ничего уже не берет. Вот еще так про родину-то. Люба, выходи давай, брат приехал. Что, в туалете еще закрылся? Люба, брат при... Поди, еще без света сидит братец. Ну, ё-моё. Ты что, оборзел? Выйди отсюда. Выйди. Че у вас тут за кровать такая? Он что ли один тут спит у вас? Ну да, для Лёвы. А че, он же большой мальчик уже, может, девушку приведет. Да. Ну все, началось. Спокойной ночи, Васечка. Спасибо, спасибо. Алена, я очень сильно нервничаю. Этот Вася будет спать на моей кровати. Он будет есть мои продукты. Он будет пользоваться моим компьютером. А дальше он пойдет за меня в школу и получит мой красный диплом. Ты не можешь сейчас говорить? Что? Корова окатилась? Какие кошки? А... Я так рада, что Вася приехал. Ты посмотри. Мама, Вася, где Лёва-то будет спать? Да я не знаю. Он храпит, смотри, бедный, умаялся. Не переживай. Не трогай меня. Я-то в чем виновата? Это вообще Юля дверь открыла. Не надо сваливать вину на других. Если ты его впустила, значит, ты рада этому гостю в нашем доме. Я рада. Я рада. Он такой же мальчик, как ты. Это наш родственник. Лёва, надо находить общий язык. Надо мириться с Васей. С ним находить общий язык? С вот этим, я не знаю, как его назвать. Он наша кровь. Но не моя. Не надо его впускать в мою комнату. Мне по барабану, спит он или нет. Пускай просыпается и сваливает отсюда на первом же поезде. Хорошо, я его заберу к себе. Куда? В ту квартиру. Вась, Вась, я бужу-бужу его, не поняла, он не просыпается, храпит, чё, обдолбился, что ли, чё с ним? Вась, 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 вставай, тяжелый какой, бомс!